Всем привет! Я, наверное, буду без микрофона выступать, если можно. У меня довольно громкий голос, я попробую, хорошо? Да ладно? Нормально. Спасибо большое. У меня нет проблем с ночным сном. Можно сказать, у меня нет проблем со сном в принципе. Потому что каждый мой день и так похож на сон. Даже когда я поднимаюсь с кровати после звонка будильника, я все еще сплю. Я собираюсь, выхожу из дома, но все еще сплю. Знаете, в сновидениях бывает так, что тебе нужно что-то сказать или закричать, но ты не можешь произнести ни звука. И просыпаешься в холодном поту. А я не могу проснуться. И сказать ничего не могу. И даже закричать. В реальной жизни я свела свою социальную жизнь до минимума. Нередко приходится общаться, но даже когда я собираюсь что-то сказать, все мои слова растворяются. Все мои слова обращаются в пустоту, в абсолютное ничто. Иногда мне кажется, что моя жизнь — это ночной кошмар. Но не про Фредди Крюгера и Пенни Вайза, а про комнату без дверей. Я хожу вдоль стены, пытаюсь нащупать выход. Кажется, протяни руку, и вот она дверь. Но тебе нужен ключ. Ключ в том, чтобы наконец ощутить себя живой, по-настоящему существующей в реальном мире. Раньше я много выступала на сцене, гуляла, танцевала, пила. Я хотела быть яркой, коротко стригла волосы, хотела быть красивой, тощей, отправляя остатки обеда в унитаз, хотела быть любимой, отдавая себя до тех пор, пока от меня настоящей не осталась одна лишь тень. Все это я делала, чтобы почувствовать себя живой, хотя бы ненадолго. Но вот что я поняла. Чем сильнее пароксизм, тем гуще туман после. Чем ярче вспышка, тем глубже мгла. Мгла затягивает. Каждый день я ощущаю барьер. Вокруг меня стены, сквозь которые не пробиться. Но есть люди, которые умеют ходить сквозь стены. И я встретила такого человека. Я верю, что однажды мы вместе найдем выход, найдем ключ. Я жду этого дня, как дня своего рождения, настоящего рождения, чтобы наконец стать собой, снять маску и сказать все, что во мне копилось. Про то, что нет никакой осенней хандры, и зимней тоже. Про то, что Россия не только для русских, и Санкт-Петербург не депрессивный город. Потому что на самом деле нет ничего депрессивнее,